Так, всем привет. Снова. У нас третья Всем игра на сегодня. здравствуйте. Макроном. Макроном. Я что-то фокусы еще вспоминаю. Макрон и Барик, лучшие друзья, да? Да, прогрузилась. Сдаем шестая. Как-то... был 30 фрагов. Круче. Какие 30 фрагов? Ну, Ева, ты что? Какой 30-ки? Это... Я не понимаю, этот прикол вы стоите, что делают, под лимит больше 20. А это же старое еще, когда я играл с фокусом. Ну да, я просто... А, ну, типа, сейчас не заметил этот вопрос. Ну-ка, я здесь, Берти Бульти. Это Ник Рейнджер тебе скинул? Вайтик, посмотрел, что ты за него поболел, правильно сделал Ник Рейнджер, красавчик. Круче был дип, и все подряд начали банить прям. Да, так активная стадия пика. Панас и Ксайл сводятся. Минус килл. Кристроп подготовился к этим панам, похоже что. Посмотрел предыдущие, да? Когда-нибудь тоже хочу поучаствовать. А у тебя, Берти, сколько ЭЛО? Как вообще, начинающий, опытный квакер? То есть ты сейчас хочешь сказать, что ты пообещаешь человеку, а сам не будешь больше ничего проводить? Об этом. Можно, знаешь, как вообще, брать чисто один Best of 3, там, раз. Раз какой-нибудь сезон. Так, знаешь, покастить, покомить. Чтобы это не было систематически. Это можно. Убира забирать, Ник Рейнджер. Я ноль полный. Понял? Значит, будем смотреть на тебя. Сейчас впряглась только. О, ты еще и девочка? Это же замечательно. Пополнить как раз женское комьюнити. Да, у нас тут девочек много, и все они классные. И пацаны все классные, ну так, есть... Некоторые видомы, их очень... Бир, Клач, все классика от Ника Рейнджера, все самое толстое забирает. Да, Клач это хорошо. И... Заходи к нам в Дискорд. ДБЗ. Да не смотри. А. Ты не туда нажимаешь. Я пробил пусто. Толсоса. О. Первый диск. Например, что еще есть? ТГ. Раунд ДБЗ. Уп. Вот. Так, есть у нас тем временем пики. У нас Doom Clutch, потом Галена Строк. Снайпер. Рейнджер, а не Вайзер. Табло подготовишь? Рэди, рэди, поехали. Первокосло стоит.
Так, за кого начнем смотреть? Давай за Хэдстока. Да, я тоже за Хэдстока. Давненько его не было. Рейнджер у нас активно зовет всех людей поиграть. О, Настя. Поднимем стикер за Ника Рейнджера 52. Хорош. Еще актуально, да, это? 52. А ну что ты шо? Обычно такие приколы не по полгода идут. Пинг 54 на 30. Готовьтесь к бою. Раунд начнется через 3, 2, 1. В бой. Поехали. А, наступил чуть-чуть в лаву. Это не страшно. Сразу берет. Планета по поводу дилея. Крэнджи тем временем ходит за дилею. Строк отстреливается по всем фронтам ракетами, чтобы не подпустить. Тыкает пилкой. Доверяет позицию стрельцы. Собирает гвозди. Осталась машинка. Попадает в ступеньку. Все. Рейнджер отлично проходит сквозь киллбира. И по таймингу Хэвик сейчас еще успевает Мигу, скорее всего. Не успевает Мигу, но там очень много ракет доносит. Отличное переключение пушек. Ой-ой, ломится. На жирного скейла. Так мало хп. Отошел. Залетает ракета. Ой, опасная ситуация. Здесь должен зажать Ник Рейнджер. По-любому, он же слышит. Отпустил пока. Нет. Ой, я сам убился. А если бы сферу там юзанул? Так, надо на Нека переключить. Зачем? Он же самоубился. У меня-то фоллкиллер работает. Православный крысил. На соточку. Через верх идет. Сферу надо было юзануть. 8 хп осталось, так бы убил. Ой, отвечка была. Вот хорошо продамажил машинкой, некого ответ. Ой-ой-ой. Грамотно сыграл, не крайне же. Попадание с Улгана. Ну тут такая лобовая карта сильно получается, да. Прям постоянно. Хорошо считает айтемы. Ой, нет. Всё. Вот для чего тут нужна сфера. Да. То есть он... Только ради... Он ее тогда и оставил, не тратил, чтобы именно чисто обилку в обилку делать. Так, вот. Хорошо, шогу занес. А... Вот сейчас посмотри, хедстрок будет постоянно теперь, видать, обилку против обилки. Только ради этого будет ее беречь. Только вопрос в том, что у него 35 секунд до конца обилки, а у них разница. Да, еще долго. Ну, я имею в виду, когда откатится у него. Да. Здесь не будет каких-то там сферы для перемещения. Ой, плохо. Он не понял, кто сверху. Попает. Да. По очереди попали с двумя рулганами, и как просто то, что стек сильнее, перестрелял. 60, как? Аптечка прикинь, это... Просто на 50 хп аптечка. Я еще такого изменения эту аптечку не видел. Люди стесняются просто одним прыжком, вот тут прям с джампада. Прям как этот вертолет четко. Четкая посадка. Поднимем стикеры за Ника Рейнджера. Хорошо, забирает айтемы на обилке. Теперь у Ника Рейнджера нет обилки. И хедстроку надо вот этот момент как-то убить его. Плохо заносит ракету снизу. Ну, это такая, да, ракета. Молодец. Прям на характере перестрелял, но здесь уже не выжить. Ну, как вариант. Просто чуть подальше ушел. Мига тем временем лежит, дождается. Ну, конечно же, Нека. Тоже будет беречь такого жирного. Вот, да. Просто переживает все это дело.
Да, тут просто стэк такое дело, что не поспоришь. Вот это хороший обход, да, с телепортал, да. Это на картах, так аккуратненько. Так ты еще получается, знаешь, карту контролируешь, это почти как тэшка на Авокене. Стоишь, слушаешь себе. Ну, кстати, да, центр карты, в принципе. Ну, почти центр, да. Ближе к центру. Ах, это противная лава, которая портит, да, игрокам настроение. Портит. Это как это, помнишь, это видео? Улучшает настроение, поднимает аппетит, это парилка какая-то. А, ну это, да, на, а да, это наоборот. Там вроде дети были. Да, 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 да. И улучшает отметки в школе. Осталось 5 минут. Утром у меня вышла черепаха. Да, 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 это из той же серии. Часы есть. О, ты хорошо понял. Ой, его. Браво. Видишь, а хитстрок не понял. Этот клипчик. Это такая, кстати, стандартная обманка, но до сих пор на нее многие ловятся. Вот она, обилка на обилку. О, сколько много нанес-то он скейлу, да лянь. Осталось вообще-то ничего. Там тотальная, конечно, доминация будет. Да нет, хедстрок, в принципе, он понимает, как против скейлы. Тут просто больше, мне кажется, стек все-таки решает. Ну тут еще и стрельба, тут Некоренжу как бы отстреливается очень круто. Вот видишь, как ракеты раздает тут? Да. Нет, тут просто более грамотная позиция сверху за спину. Во всяком случае, хедстрок уже много раз ушел от смерти, ну, не подарил фраг, благодаря билке на билку. Отлично, ну вот, на скейле. О, и не без штрафа. Не залез, кстати, на верхнюю позицию. Ну тут... Тут он бы не успел, да? У него есть обилка. Да. Чуть-чуть не среагировал, резко просто вылетел. Ну счет, да, конечно, серьезная разница. Знаешь, как некоторые бы говорят, так это ж крушибл за 3 минуты, там сколько там надо, 7 фрагов? За 3 минуты 7 фрагов? Не 7, сколько, 9. 9 фрагов надо. А это что это, ну, это ж крушибл, это ни о чем, типа, можно 9 фрагов сделать. А. Только попробуй против скейла. Рано, кстати, упал. С этого умер. Мега достается хедстроку. Ты просто... видишь, он забрал мегу, а у Нека все равно состав на стек больше. Ай. Тяжко, конечно. Хедстроку тяжко. Та еще позиция на рейле, понял, она как... На ней всегда часто пытаются много раз отстреляться. Как штраф. О! Затыга и улетел. Ух ты, он на обилке залетает, прикинь, да, сверху вниз? Рано пришел, кстати. Ну, Фейстрок лучше знает тайминг Меги, чем Некоренджер в последнее время. Ну, почему-то не берет, да? Да, ну чего-то не взял. Он тайминг знает. Только сейчас забрал. Кардики бы забрал, потому что здесь интернет. Слушай, ну это он... Это он точно, чтобы дезориентировать по таймингу Некоренджера, да?
знаю. И на том уровне, ракеты, да? Ракеты. Есть еще фраг престижа. Но до десятки не успеет, скорее всего. Не, конечно, не успеет. Да, тут хорошо, он размонтил, гвозди занес. Ой, он еще и мой фраг, ему еще фраг зачитал, прикинь? Он его баднул перед тем, как он в телепорт зайдет. Я это не заметил, но я думал, что он просто нанес ему урон шотганом, из-за этого он вышел в телепорт и упал. И потом что-то как-то назад вышел. Все те же 9 фрагов. Да, и остались. 9 фрагов. Ну это, конечно, серьезная разница. Ну, понятно. Danger Point получает. Катка бодренькая такая. Крушайбель. Да вообще, Илюха, как готовишься к этим ребятам? Да, кстати, я тоже об этом подумал, потому что слабенький. Там еще на высшую ступень будет играть. Да, это вот еще подтверждение тому, что я вот говорю многим, те, что кто думает, что если себе соберут какую-нибудь игровую хорошую сборку и начнут жестко тащить квеки, то это вообще не так. Нет, так я имею в виду, если у тебя и так уже заведомо скилл высокий, но ты играешь на слабом железе, а сильное железо, но тебе даст комфорт, если ты будешь играть с большим комфортом. Если... С большим комфортом? И, вот. Может быть, тебе чуточку скилла добавят? Ну, не добавят скилла, а не так, как многие комфорта. Думают. Просто комфорт просто... не станет играть. Да, но... да. Тут, нет, я понимаю твою мысль, не тот процент, как бы, относительно уже имеющихся скилла будет даваться, тем ли, чем тот, который люди себе... Я имею в виду, что люди думают, что из-за вот этого количества FPS большого там и крутого монитора они прям начнут все попадать там и перемещаться чудодейственным образом. Нет, тут все это как бы принятие решений правильным. Так, начинаем за клача. Да. Какой гвоздик, кстати. Оба делают. Ага. Эвик будет чуть раньше. И приблизительно один. Ух ты, на один, глянь. В ответчик. Ну как и надо. На тонус. И клатч, чтобы так делать. Получилось. Ну сейчас опасно, а опасно. Куда? Нельзя стреляться. Кстати, ты с рук рельсу. Рельсу нужно было заносить. Все, и сейчас он что? Идет на... Есть рельса. В ответ тут. Там лежит мега. Вот оно. Он против плача, да? Ты пока на джампаде, он уже тут и там. Дышит. Он мог на билке забрать, а вот он и делает это. Ой. Печка. О, хорошо прошел. Очень хорошо, этот щит уже никакой не поможет, надо добивать. Отлично. Красиво. Жесткие резганы попадают, простые нет. Ну ладно. Так, он слышит, что... О, орёт. Слышит горе. Ежишь такой. Ой, хватанул. А билка, билка, уходи на билку. И все равно. Там мега, 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 мега. Ой, 175, да, все он знает, все он понимает. Держал рельсу, аптечки не было в углу, кстати. Вышел из минусов, Никрэнджер.
Вот, не допрыгнул. Он бы, наверное, не успел все-таки допрыгнуть. Ну, какая рельса? Ну, ну гвозди были, что? Знаешь, что гвозди. Гвозди не плюс. Да, гвозди 100 раз эффективнее. Хорошо, за мной. А почему не рельсу? Теперь будем постоянно ему рельсу. Ну сейчас-то на том. А сейчас надо было. А вот и рельса. Эрик появился. Там пополнить конституцию. Кулаком железку бьет. Если бы еще разочек ударил. Металл убьет. Просто с этим кулаком испорчил боксерскую грудь какую-то. То есть прям тешнулся на ракету. Какие ракеты? Не, ну тут, тут больше, да, хейстропы ракета крутая. Пережил. Лоб в лоб такой у меня. Там по шахте, но тут, блин, интересно, конечно. Да. Вообще, я думаю, как стром должен был. Ладно, машинка тоже прогревает неплохо. Ой, много сколько. Чуть ты... не выкинул, там еще пытался триболтиком потолкать, но не получилось. Блин, как все быстро меняется, аж сообразить не успеваешь. Вроде должен был плача убить. Да. Но тут такой погнал. Какая стрельба. Шога не залетела, если бы залетела, Шога убил. Ну, Шога. Привет, зомби. Развалил прям ракетами. Осталось 5 минут. Мне кажется, ли потихоньку все больше и больше врагов разница. Так плавненько, медленно, но верно. Опа. Опа, да. Лайтик и Хевик в одно время. Есть попадание? Лайтик и Хевик. Прикинь, да, еще лайтики считать? Сдался. А люди так и делают. Да я понимаю, там... Ну, сверхразум мы это делаем. Агент вообще, допустим, все считает. Там что-то... Ну, вообще инопланетянин. Все лайтики там. Печки, аптечки. Ну, аптечки навряд ли, лайтики все. Там был, типа, лайтики считают. В лаве, по-моему. А так. Там же 25. Там вообще там это 20. Да, 35, Хевик и Лайтики 35. Держишь даже лесу, даже щитом. Вот видишь. А щит. Да щитом у тебя должно быть 3 хп. Да, теперь не в одно время. Лайтик и Хэви. Слушай, сокращает разницу.
Да. Нахуй. Перехабу. Такой любитель еще в топе. Ля-ля-ля, сейчас. 12-10, а пошел походу, дозвонились в комбэй. Но здесь шаг очень болючий. Вот она шафтинка залетела. Да, клатч очень любит, когда его гладят шафтом. Нейт строк сбросил трубку. Ой-ой-ой, выбросил. А мега-то не... Не ожидал там, думал, что сейчас будет подниматься. Ошибка немножко. А Христок просто сделал наглый успешный выпад. Ракетами из себя дамажит его. Там нормально просто директ донесет, потом еще почти директ. Надо уже добивать. Уже бокс телефонной будки за Христок был. А, это рельса не было, можно попробовать машинкой. Очень круто Христок играет против плача. Да, хотел бы с ним на клаче сыграть. Нет. Чтобы самоутвердиться, если выиграешь. Я в своей группе. Так, мига. Ну, гулите, но он... Не, он... И радуга какая красивая. Опа. Ну тут мовмент класс. Это себе знать. Так, может, должны быть фраги престижа? Или сократить за минуту? 5 фрагов, минута. Осталась 1 минута. Так и не так много, мигу должен забрать. Сейчас долетать. Каждую я секунду. Такие вещи вообще практически не верю. Осталось одно убийство. Да, тут уже все. 6 фрагов снова. Жаль, это из серии, когда та это такая карта, это вообще найдите там какой-то. Такое случается по... очень редко. А по итогу времечко дойдет, все только умничают, а как вернуть фраги никто не скажет. Дэнзи, давайте рассмотрим. Болельщиков реально привел. Хорошая соточка. Летит, несется на крыльях обилки. Крыльях обилки. Вообще там поединки, если 3 попадут, все. Машинка. Это ГГ. Это Гагули. Табло ставь. Так, да, сейчас. Чуник оранжевый хватало шафта. 31 шар, да, 1158, вот, а у Хейстрока 41. Разница в 10% шафта. 20-15, ты скрин сделал. Неплохой такой счет, слушай. Активный дип. Это мега активный какой-то. Представляешь, если было 20-19, это ж... Они могли, кстати. Могли, как? Или 19-19 с Adam Death. Причем такой, минут на 7. Все ж не спешат, я так понимаю. За 9 минут сделать 40 фрагов, с 10 минут сделать 48... Нет, 38 фрагов, и потом за 7 минут ни одного. Так. А я, блин. Exile, строг на голена. Так, Exile. Exile. Очень много клоус файтов от Нека. Так он же всегда с респа... Просто с респа идет и дерется он, поэтому на толстых играет, чтобы просто с респа идти плюс. Да Лена пишет. Я и хотел сказать, что Клаус не играет. Причем уже очень давно. Иди. Верно, да, оп, рейди. Стайлиц пропасти, скользко. Да, да. Ужас, верно. Слушай, а на нем так и не пофиксили джампад вот этот, который... Не, его никогда не пофиксят, мне кажется. Не я помню, читал так... какой-то апдейт, типа там что-то пофикс джампад, думаю, ну наконец-то эту коллизию, ты не будешь биться в невидимой текстуре. Нет. Просто нужно, типа, мне нужно не по правой стороне, а по левой. А я вот хочу по правой стороне залететь с контролом джампад. Ну вот по правой не залетит. Я хочу, раз. Я не хочу ударяться в невидимую текстуру. Я что, многого прошу? Что...
Так ты у кого просишь? Ты ж я прошу, духа. Не знаю, каких-нибудь, да, у святых духов. В этой игре только у святых духов что-то просить, какой-то апдейт, блин. Конкретно, ну ты же не обратился? Я не думаю, что я, знаешь, это моя будет первая просьба. Хотя если моя просьба будет первая, если я напишу, типа, я прорус. Не, главное, чтобы она была услышана. Да. Правильно понята. Воспринято. Раунд начнется через... И отреагировано. На основе этого, да, было. О, видишь, за... Так, за 5 троков начнем. Да. Лайтик сел. О, давай, давай, пошел ты. Все, он получил информацию, где оппонент. Но Некрорейнджер только сейчас, ну, сейчас понял, что Хэвик забрал, то есть надо сейчас за Мигой. Будет драться. Пидстрок идет на телепортик. Тотемчик. Он понял. Сотка. Отличное переключение оружия. Задолжил ракеты. Прошафтил. Практически идеально. Ой, о, на 61. Ой, ну тут хейтстрок прям вообще как рыба в воде. Ну, а мне как-то. А, ты по свой хэвик забыл и не пришел. Ворваться. Все, правильно, ворвался. Да. Хотел не коррежировать мое сейчас кинуть в пропасть, Рафо. Так. Смотри, смотри, идет, наверное, снег. Не попала и ракета. Не сотка. Два тотема стоит уже у Галины. Да, и сейчас будет, наверное, а зачем он на джампад? Ну там же только хэвик появился. Ошибка была. А может он хотел проверить еще раз? Проверить? А, про... сторону, про... он хотел проверить, типа, пофиксили, да, или нет? Да, да. Сотка, ого, все-таки залетает. Забрасывает. Отлично. Сначала возьми пилюлю. А какая разница? А? Точно, разницы нет. Это ж не аптечка. Это ж не эти, как да. Пилюля крутая вещь этого персонажа. Банка, да? С банка с помидорами. Да. Бабушкина закатка. Опа, разминирование тотема произошло. Три-два. Крэнджер дождется Мигу, потом лайтик спустится. И на рулган. Видели друг друга. Хейстрок тем временем лицом разминировал еще один тотем. Какие ракеты на 60. Конечно, разбирает Тевик. По стеку сейчас примерно равны. Но теперь нет. Лиса сейчас порешала. Сейчас тотемчик будет ставиться где-нибудь. Надо было тотемчик поставить сначала, потом уже Мигу перезарядить. Теперь быстро, да, он его тотемы обнаружил. Ну да, хоть и лицом, но оверхил не дал поставить. Хорошо попал. Да. Опять вот он вместо хэвика пошел стреливаться. А он все проверяет джампаты. Думает, пока он появится, я еще пару раз прыгну. Видишь, он как все зациклено. Или что? Где этот лайтик? Алло. Первая ракета не попадает. Здесь Пинстрок должен выиграть файт. Да, так и происходит. Первая ракета должна была попадать от Некрорейнджера. Вот он просто начался файт после этой ракеты уже не в невыгодном положении. Некрорейнджер, несмотря на то, что он сверху был. Ой, все, орёт Галина. Ой-ой-ой. Респаун. Чуть-чуть... Да, бата. Чуть-чуть слишком вперед рванул, не подождал. А лайтик пропустил. Ну это на скорости чисто. Ладно, зато есть эвик в кармане. Так, все пушки собраны хоть строка. Крэнджа сейчас тяжелая ситуация. Во-первых, это и фрага разница. Как-то преимущество пытаться вырвать. То есть вот только такими рулганами, но не попал. Мигулик появился. Будет файт сейчас. Разминирование тотема сейчас.
Ой-ой-ой, ну все, Никара же не побоялся, вышел сейчас на оппонента, который сидел в уязвимости, и все. А видишь, как Эстрока тебе файт здорово, принять, бачу. А потом скушать мигу, типа, и как новенький. Взлетают ракеты. Да, хотел и... Короче, ошибка выбора оружия, здесь не коррежились, надо было в ответ шаф просто брать и на стремянку его садить. А он что-то пытался эти красивые ракеты дать. Только 6-3. Дал бы ракеты? Разговора нет, конечно. Разменный фраг. Выгоден хейстроку. Но ракеты не залетели, значит надо было шафт. Значит, так как бы, да, я думаю, когда шаф поставит, это залетный тотем. Вот ты заметил, да, что он их не прячет? Да. Он их ставит так, под рукой, чтобы были. Да, чтобы во время файта или перед файтом. Вот, вот, об этом я говорил. Так, ну здесь опасно. Ой, красиво. Грамотно принял решение. Все, теперь надо ориентироваться. Пилюченко. Есть. Но. Под затыльник. Голов. Ой, две рельсы подряд. Пилюля прям упала в руки. Приятная. Ух, они как срока все очень идеально. Тут смахивает на 2-1, кстати. Смахивает. Да, тут прям конкретно все попахивает 2-1. А я на лодка не смахиваю. Ну, 2-1, конечно, в любом случае, но имею в виду в пользу хейстрока. Так не хил, хоть не пихил, все равно тут уже гайки получаются. Просто. Пилюлю не забрал, ну, все, идет на лигу. Некоренджер, скорее всего, уже все пошел, он уже понял, что это карта. Аля. Красиво. Если бы еще ракетку эту. Блин, тут нужны праги престижа от Некоренджера. Сейчас уже 5 прагов и все, и 20-ка. Сегодня, кстати, день тех ребят, которые говорили, что вы их не в тот дивизион закинули. Из их числа это Серега, который выиграл Ханза 2-0, и Хейтстрол, который сейчас, похоже, заберет 2-1 в пользу против Ника. Он тоже говорил, что он, возможно, не в том дивизионе. Не знаю, как все квакеры любят прибедняться, большинство подавляет. Ну, хоть карликов в тот дивизион закинули. Скаржик прям вот, смотря на хейтстрока, я уже хочу их увидеть уже со скаржиком. Да и не Карен скаржиком хочется увидеть. Да и вообще скаржика хочется посмотреть, у него всего одна игра. Да, просто где скаржик? Причем тот, который LQ уже, да? Да, который LQ скаржик. Видишь, он решил все-таки заняться продвижением бренда. Красавчик. Каждый говорил, он скажет много чего говорил. Так. Слышит. Красавчик до конца играет, он понимает, что уже не отыграть это преимущество. Как бы не тильтует, просто дерется. Мужчина, настоящий мужчина не играет. Пестров здесь переигрывает. Да, он, кстати, очень спокойный человек. Да, ну, я... по крайней мере, если смотреть его стримы, ну, вообще... Я вообще поражаюсь его флегматизму, то есть, когда просто позавидуешь. Флегматизму? Только... Ну, оно похоже, но неправильное слово, немножко по-другому. Флегматик. Ну, там на фо начинается. А, понял тебя. Потому что Солосов вообще... Я свое отбегал, отбоялся, да? Вообще по... Помнишь этот ролик? Да-да-да. Осталась одна минута. Десяточку взял Некоренджер, это хороший счет. Был... Я напомню, что был счет 15-4. Осталось два убийства. Да. То есть хотя бы два двузначных числа будет. Хотя, как насчет два двузначных? Всегда есть яма. Яма на Иксале как бы говорит, что подожди, не все твои праги в безопасности. Вот смотря, если бы они еще табло сделали в квейке в самом,
допустим, не просто 9, а допустим 0,9, всегда нолик перед цифрой. Тоже бы было призначное, согласен. Ой, про престижа. Да, отличный. Тем не менее, да. Некоранжер часть фрагов вернул за отведенное время. 19-11, это уже не попахивает разгромом. Ну, явно не одноколичная. Хотя и маленькая. Ой, телефраг, 19-12, красавчик. Успел двадцаточку занести, похоже, да? Этот срок не стал писать, он понимает, что человек стоит. Он двадцаточку, тут двадцаточка. Ну это как я смеюсь. Ну что, разметим хоть строка. Хоть срок, тебя с победой. Так, спасибо. Так, мне Крейзер уже писал, как я стоял, ты такой, двадцатка, моя двадцатка, да? Я сейчас ее зашепчу. Получается так. Леха, ГГС. Джиджис. Джиджис. Что-то последний сервер какой-то вообще кал. Сквозь стены меня убивало просто. Кал Калыч, да? Да, у нас было... У нас нормально выглядело. Ну, у вас, да. У вас же свети, как его. Зрители. Так меня шафтили за стенами там и прочая хрень. Не, ну крутой. Так что зря поменяли, короче. Окей. Ну, в следующий раз сыграем обратно в Осло. Следующего раза уже не будет. Уже сыграли. А, типа все? Это неканонс просто. Сыграть нужно каждому. Я тебе объясню правила турнира. Каждому нужно сыграть всего лишь 7 best of 3. Там уже по итогу этих игр, то есть кто на первом месте, кто на втором и так далее ниже. Вот смотри, как сейчас табличка идет, чтобы ты понимал. Сейчас редактирую. Допустим, вот Никрен же 4 игры, 2 победы, да? У тебя хоть строк теперь 3 игры, 1 победа. А, вижу все. Да. А тут даже ничего... Так пусть... ты ее в стрим выведи, пусть все видят. А вот. Да, хорошую игру показали оба. Прям вообще не было такого, что точно кто-то выиграет. Да, было весело, но, конечно, не собрано на кое-что играл. Мясо было. Мясо такое было, там реально просто 19. Да, как мясо играл. В принципе, ребят, всем спасибо. Кирюха, еще раз с победой. Да, сейчас у нас следующая игра будет. Лёха, попробуй, красавчик. Давайте, всем спасибо. Давайте. Всем спасибо, всем. Пока. Пока.